Но в любом случае 2-0. В любом случае 2-0. Один из двух у Локомотива сегодня. Реализация большинства. Я говорил, Динамо пропускает чаще, чем в каждом третьем меньшинстве. Вот оно так и случилось. 3-0. 3-0. И боюсь, что это конец для Динамо в сегодняшнем матче. Забил Картаев предыдущий гол, и пока вот все слушали это самое объявление, не стали слушать игроки Локомотива. А просто пошли и забили третий. Ну, вроде много, да, здесь динамовцев на пятаке? Вроде много. Но никто не помешал Николаю Коваленко. Абсолютно никто. Да, но это, конечно, серьезный удар для «Динамо» с интервалом где-то в 10-15 секунд, да, две шайбы пропущенные. Ну, чуть больше, да, чтобы быть точным, через 23 секунды после второго.